Так. Насчет стазиса забыл. Что там у нас? А что тут новое-то? Так, это пока не будем ничего. Здесь. Вот стазис насадка. Стазис. Создать новые насадки. Усиленный огонь. Стазис поддержка. Что, я типа лучше, нет? Ну, стазис поддержка. А еще одно можем сделать? Проверим чисто. Да, типа она улучшена, нет? Хрен знает вообще. Ну-ка, дорого это стоит вообще дело. Стазис, вольфрама 39. Да, дороговато. Ну ладно, допустим. Так. Попробуем посмотреть, что это даст нам. Не знаю, в общем. Так, все. Ящики не пропускаем. Вот здесь какие-то хреновины. Нам мимо них надо. Их, наверное, можно крутить, да, я так понимаю? Не зря они тут мигают. Это какая-то головоломка. Так, что у нас тут? Сирана. Следуем нами Нексус. Это нечто поразительное. Нам нажили два практически нетронутых образца. И сейчас... Работаем круглые сутки над их раскопками. Мы узнали столько нового о способностях между некромо... способности связи между некромо... Все они подключены к какому-то телепатическому сигналу. Спасибо за информацию. Мы как раз ищем этот сигнал, наверное. Ну, искали, по крайней мере, да? Вот, новый костюм. Чё? А что можно быть? А, понял. Вот это. Бросим, значит. Сейчас. Что у нас тут? Так, нам необходимо сейчас поднять цепь. Преобразователь и еще один преобразователь. Аптечку же нельзя. Сейчас новый костюм оденем. Костюм археолога. Вот это что ли? Да. Угу. Че, зеленый давай, свет. Как будто его там распиливают. Та-дам! Супер маскировка в снегах. Вообще отличный маскировка. Так симпатично вроде. Так, по иксу, что там у нас? Цены, я забываю просто. Воздух. Сотка вольфрама. Так, можно, конечно, броню улучшить. Там раньше... Блях ты мух! Сейчас назад спустимся. Там ящики были, что я не посмотрел. Ну, я, может быть, назад будем возвращаться. Лучше извинить. Я не знаю, стоит ли нам возвращаться реально. Классный шлем. Блин. Ну ладно, наверное, будем возвращаться. Самое главное не забыть. Просто неохота, ну... Ну что, так долго-то? Ладно. Ну и пофиг. У нас, в принципе, и так всего полно, обратите внимание, да? Да. Так, ну что? Что у нас тут? Запрятали. Стазис уже не влазит. Вот это влазит дело.
О, чувствую, нам будет сложно добираться с ним. Ну да. О, нет. Опять эти мерзкие твари. Быстро. Быстро бегающие. Ну где стазис? Что-то я не вижу стазис. Хрена. Ну, в смысле, стазис-то есть, вот он. А почему этот нам влез, а тот не влезал стазис? Охренел, что ли? Да завались-то. Обалдеть, живучий. Ой, какой жирный, смотрите-ка. Да сколько вас тут? Что, вас до бесконечности ты будешь? Слышь, слышь, подожди сейчас. Троечку нажму. Вот здесь, да? Ну давай. Поработай, братишка. А если я выкину этот, там, наверное, новый появится. Так, ну я вроде правильно, ну видите, тут что-то. А. Да ты тут издеваешься, что ли? Пролезь туда. Сумасшедший. Ладно, давайте вот тут ее оставим на всякий. Так, ну пойдем. Так, и пойдем наверх. Здесь у нас что? Здесь у нас ничего. Значит, лезем наверх. Блин, раз не здоровье побольше бы мы сделали. Так, не... блин, что такое? Ну что, вот. Обязательно давить, что ли? Все, минуса дали. И нормально. Патрон уже не влазит. Но это радует. Значит, хорошо, идем. Так, опять ящики запрятали. Металлолом. Ну, ящики, кстати говоря, да, ящики по-любому надо рассматривать. Даже те, которые там были. Бот ждет на станке. Видимо, какой-то другой бот. Вот, потому что там может быть тот же самый не патроны, например, а вот металлолом какой-нибудь. Подожди, а как... А, вот гель, все. Я вот здесь вот цепь, наверное, модернизую. Бляха ты, муха. Что делать? Стазис вот этот... А, аптечку выбросим. Все, отлично. Так. Так, так, так. Ты идешь сюда. Или нельзя? Ты шутишь? Бляха, муха. Что делать? Надо было... Блин, нет, назад, стой. Так, мне кажется, я догадываюсь, что надо делать. Сейчас мы попытаемся. Блин, я думаю, это бот, что ли. Не, ну тут ее хрен достанешь. А, единственное, может быть, вот отсюда. Сейчас попробуем. Так, да, есть, отлично. Все заработало, заработает сейчас. Так, ты туда давай. Тут сильнейший ветер. Ну так вот, броня менялась раньше с изменением костюма. Костюм новый брали, и броня, соответственно, тоже улучшалась. Okay. Что такое? Вообще вот это отпадная вещь, я хочу сказать. Просто потрясающе вот это вот. Сейчас скажу, как называется. Вот эти вот иглы, это дротикомет, короче. Точнее, я скорострел ему качнул, да. Ну, мне кажется. Но все равно нормально, очень круто. Потому что он, конечно, не зажимной, но. Но очень. Все равно очень скорострельный и. На мой взгляд, очень хороший сабмитер. Так, падла. Ты охренел? Смотрите, клешня достаточно мощная. Она так, автоматически использует аптечку, что ли? Или что такое?
Почему? Я вроде Е нажал. Я, конечно, понимаю, что Е это использование, но... Да выкинь ты эти аптечки. Хрен ли ты используешь большие, если есть средние, в смысле, если есть маленькие. Используй ты маленькие сначала. Чё ж ты тупишь? Нормально всё. Hey, thanks for putting up with Robert. You know, he's not been himself. Andor just thinks I'm trouble in a couple of ways. But you need me for the mission, and that's why I'm here. That plus, well, frankly, I hope... Allie, is that Isaac? Great. You two having a nice little chat? He just called to say he got the furnace going. He's on his way back now. Isaac, I'll see you soon. See some. Весь такой в подсветке, прям классный. Еще бы в темноту его. Вообще классный, кстати, костюм. Ну, стильненький такой. Ну, по мне как очень нравится. Вот эти ящики. Так, ну, тут, да, я говорю, полупроводник, конечно, он нужен нам. А, далее. Это что такое? Птичка. Нет, я имею в виду, что-то огонем тебе. Ну, возвращаемся назад, как вы видите. Так, здесь мы все уже читали, все мы слушали, читали. Так, и вот тут про какой-то котел говорилось. Гарпун. Мне кажется, мы на него сядем, точно. Так. Отлично. И что тут делать? А, подожди, надо раскручивать, что ли? А, сбилось. Ну-ка, стоп. Че нахрен? Че хрустит? Тишина. Безмятежье, мороз. Так я обожаю. А, типа надо... А, понял, вон они загораются, циферки наверху, которые нужно двигать. Да, тихо. Давай разгревай. Честно, наугад сначала поставил даже. Не повезло. Так, вперед, это все, сейчас сейчас котельная заработает, что вы хотите. Все-таки уже самый снег вон на улице выпал, кстати. Октябрь, что вы хотите. Так, безмятежие началось. Тишина в городе. Тем более за городом. Так, что, все, да? А, подожди, нет. Что-то включить надо. Таки сработало. Опять что-то там по себе фигач. Встретиться с Сантос. Обязательно встретимся. Так, давайте почитаем, что там у нас. Боты. О! Так. Так, а как управлять-то? Подожди. Да еб... Стоп. Я хочу это стрелка. Ну, ускоритель, личный набор какой-то. Что это? Почему нельзя перемещаться? Блин, ладно. Так, привет, Нигер. Over here. This is the blueprint I was telling you about. I don't see any of the parts necessary to make this sensor, but there's another research warehouse at the other end of the camp. Here's a schematic. What do you think? So they modified a telemetry spike.
I have no idea how it works, but yeah. I think I can build it with the right parts. Where's the other warehouse? I'll put the coordinates in your rig. It is most likely to be locked down tight. Here. I found these research passcodes when we arrived. They got us into this warehouse. Maybe they will work for the other buildings as well. Well, we'll find out. Back soon. Hey, Улыбка. I hope I can piece together enough of this research. Wait, why are you still here? I'll be fine. Так, нам пишут, что что-то там надо собрать зонд, что ли? Детали зонда. Отлично. А, подожди, да еще чуть. Полную информацию. КССК использовали зонд, чтобы составить карту нервных каналов существ. Если я найду детали, из которых можно собрать аналогичный прибор, то мы успешно повторим их эксперимент. Так. Ну, сейчас сюда сгоняем, посмотрим, что. Ну, мы сюда по-любому придем. Смотрите, тут гарпун какой-то. Бот ждет на станке. А станок у нас... Так. Локатор. Так, 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 нет. Мы еще к этой штуке поедем, походу. Подожди, я не очень догоняю. Нам вниз, да? Хорошо, здесь тоже он гарпун есть какой-то. Так, патрон не влазит. Ладно. Ну это хорошо, че? Хорошо, когда патрон не влазит. Это бывают моменты в играх, уже были такие, когда патрон не хватает. Ну, уже были здесь в Dead Space 3. Okay, geniuses, here's a question. Let's say this stupid experiment works and you find the machine, then what? Do you guys even have a clue about turning it off? Well, Admiral Gray referred to a codex. She said it was the key to controlling the machine. Yes. I've been able to decrypt several of Dr. Serrano's logs, and he references someone named Rosetta as being instrumental in forging this key. Are you listening to yourselves? You don't know any more about this bullshit than I do. If I can find the parts to make a sensor, we can find the machine. Then we can figure out this codex business. Unbelievable. Ну, так, темп стрельбы минус обойма и обойма. Минус темп стрельбы. Темп стрельбы, соответственно. Сюда больше всадить ничего нельзя. Так, ну, странная немного схема. Немного, я даже не немного, а очень странная. Так, нам детали. Ну, нам станок по-любому будем понадобиться. Надо что-то собирать. Странно. То есть, куда это нас направили? Обратно что-то? Так, интересно. Так. Нормально, сразу бота ставим. Так. Сюда нам? Подожди, а еще где бот? Там где-то внизу, наверное. Точно сюда, да? Ну, точно, точно. Так, никто тут ко мне не свалится. Так, тут тоже ничего. Преобразовать. Так, ждем. И входим снова. Что произошло? А, смотрите-ка. Блин, вот долбанные дебилы, они этими. Это юнитологи, да, типа? Только вопрос вечер оставили. Только вопрос. Надеюсь, бур не будет больше работать. Не, он сломался. Где он? Вот тут. Я только не пойму, что они тогда недовольны. Чем они недовольны?